Ще раз всіх вітаю. У нас тут зараз на сцені два інтелектуали, мислителі. В Україні таких людей буквально на пальцях, мабуть, однієї руки. І в цьому і проблема України. У нас не вистачає потужних мислителів, тому їх треба цінувати, носити на руках. І ми, як CEO Club, намагаємось з такими людьми співпрацювати, дружити, разом щось робити. І я, чесно кажучи, об'єднуючи вже багато років бізнесменів, мені цікавіше спілкуватися з такими людьми, які сьогодні на сцені. Це люди відомі, публічні, мислителі, інтелектуали. Привітаємо їх, похлопаємо. Це Андрій Баумейстер і Олександр Філоненко. І сьогодні ми будемо говорити про роль об'єднань малих груп, мабуть, в цілому в людській історії. Чи правда те, що якраз в малих групах народжуються ті ідеї або ті імпульси, які дають поштовх всім іншим, великим групам людей? Чи правда те, що малі групи здатні змінювати історію? І чи правда те, що розвиваючи ком'юніті, клуби, об'єднання в Україні, ми можемо прискорити становлення нашої країни? Тому бесіда зараз у нас буде складатися в порядку імпровізації. Я люблю імпровізацію. Кажуть, що в імпровізації і є життя. Коли ти вириваєшся за межі якогось свого графіка розміреного, коли виникає спонтанність імпровізації, тоді народжується щось нове. Тому я пропоную, мабуть, розпочати з того, щоб надати кожному із наших спікерів, гостей, такий welcome introduction speech стосовно того, що вони думають з цього приводу. Прямо начну не с исторических соображений, а с теоретического тезиса. Мне кажется, что одна из проблем нашего времени, давно это время длится, не будем сейчас определить, когда оно началось, но одна из замечательных проблем заключается в том, что кажется естественным, что в качестве оценки жизни мы считаем, что нам нужно приобретать, набирать новый опыт, и что качество жизни определяется количеством приобретенного опыта, так что отношения с другими людьми – это инструмент получения опыта. Это некая естественная установка, из которой исходит почти каждый человек, особенно в минуту слабости. Но вот то, что меня поразило в этой книжке, и я пришел на праздник книги на самом деле, для меня очень небанальное и серьезное утверждение, что одна из проблем времени в том, что мы инструментализируем отношения. Мы считаем, что все отношения между нами для того, чтобы приобрести опыт. Мне кажется, что вот эта книга содержит в себе какой-то другой импульс, связанный с тем, что нам предлагают посмотреть на жизнь наоборот, в перевернутой перспективе, когда отношения и есть то, ради чего мы приобретаем опыт, осваиваем знания. Отношения – это то, чему служит опыт. Вот если мы перевернем это отношение между опытом и отношениями, то мы попадаем в проблематику малых сообществ, проблематику клубов, проблематику того праздника, в который мы попали. Я предлагаю сегодня попробовать продумать эту позицию, перестать благодарить друг друга за то, что наши отношения позволили мне приобрести новый опыт. Я надеюсь, после нашей встречи вы будете осторожнее писать поздравительные открытки, ну, как минимум, потому что все-таки не для этого мы встречаемся, не для того, чтобы приобрести опыт, а наоборот. Мы приобретаем опыт для того, чтобы культивировать те отношения, которые между нами есть. И, конечно, формула клуба, который мы сегодня празднуем, именно в этом. Я хотел с этого начать и сказать, что с Андреем мы совсем, я надеюсь, не дискутанты. Я думаю, что по позициям сегодняшней встречи нам не придется спорить, скорее усиливать какими-то примерами, сюжетами общие вещи. Я совершенно уверен, что именно малые группы являются источником цивилизационных решений, рождения европейской культуры. Я смотрел много лекций Андрея, точно знаю, что у нас есть общие симпатии. Но, например, вот в SEO-клубе там месяц назад я выступал и говорил о том, что Европа рождается буквально из деяния святого Бенедикта Нурсийского, который предпринимает странное жизненное решение, которое замечательно характеризовал Алистер Макинтайр, великий, один из самых великих философов, которые сейчас на планете живут, в своей знаменитой книге «После добродетели». Он завершал ее такими словами, что европейская культура существует только потому, что в кризисный момент для Римской империи нашлась группа молодых людей, которые перестали связывать вопрос о своем счастье с судьбой империи
И начали задавать себе единственный серьезный вопрос, счастлив ли ты. И для этого они собрались в группу, и так появилось движение Святого Бенедикта. И Макинтайр заканчивал свою великую книгу словами, что сегодня мы нуждаемся не в Новом году, а в Новом Святом Бенедикте. Мы должны заново понять, как это возможно, что один римский аристократ уходит в горы жить с друзьями, и из этого рождается нечто, что потом является зерном всей европейской цивилизации. Это начало Европы, но если мы посмотрим дальше, и, наверное, будем об этом говорить, то таких примеров слишком много, чтобы не доверять этому тезису. Я думаю, нам сегодня не нужно друг друга убеждать в том, что именно в малых группах происходят глубочайшие культурные трансформации. Скорее, нам нужно посвятить этот вечер тому, чтобы понять, какие малые группы продуктивны, что делает их продуктивными, а что делает их беспомощными, бесплодными, тусовкой и так далее. Я думаю, что вот вопрос действительно интересный для сегодняшнего вечера – это вопрос именно о продуктивности малых групп и насколько мы им близки, почему мы переживаем кризис этих малых групп. Мы все живем малыми группами, семьями, друзьями, но все ранены бесплодием. Бесплодием общества, культуры, политики. Поэтому важно не убеждать друг друга в ценности этих групп, а понять, что такое здоровая, плодовитая, творческая группа. Я зайду немножко с другой стороны. Подхвачу немножко тему, которую затронул Александр. Как раз я хочу завтра дома записать видео под заглавием «Нужны ли святые современному миру? Нужны ли нам святые?» У меня подозрение, что нам святые не нужны, судя по тому, как живет мир, то, как он мыслит, то, что он делает. Но здесь вопрос еще более широкий. Я оттолкнусь от другой книги, которую я сегодня читал, дочитываю. Это книга Бена Шапира «Как уничтожить Америку». Эта книга написана консерватором американским. И в английском оригинале «Как уничтожить Америку» в три простых шага. Три простых шага – это всего лишь философия Америки, культура Америки и история Америки. И Бен Шапиро пишет о том, как по этим трем главным столпам наносятся удары другими малыми группами, которые атакуют американскую культуру, основанную на предпринимательстве, свободе, личной инициативе. Американская история объявляется историей сплошного расизма, рабства, сплошной черноты. А американская философия отцов-основателей превращается в пепел, как изобретение нескольких чудаков, которые, владея рабами, на досуге не знали, чем заняться. Давай напишем какие-то документы философские о правах человека, о базовых свободах. И вот здесь мы имеем немножко другой, более острый для меня еще фокус. Изучая много десятилетий, относительно много, историю, культуру, политику, философию, я не увидел ничего, кроме малых групп. Меня интересует сегодня еще другой вопрос. Что делать тем малым группам, которые нацелены на созидание? Каким образом можно выживать, бороться с разрушительными малыми группами? А это сейчас гораздо сложнее. Вот мы сегодня поговорим, почему так сложно. Поскольку мы сегодня в таком пространстве дискуссий острых фактически культурных войн, которые делают правила игры неравными. И если говорить сейчас и о SEO-клубе, и о других группах, которые сегодня думают о шансе как-то изменить что-то к лучшему, то в первую очередь, мне кажется, эти три момента нужно прояснять. Здесь, я так понимаю, также есть и члены SEO-клуба, и других групп. Нужно подумать, какая философия лежит в основании вашей группы. Можете вы ее выразить, сформулировать? Является ли эта философия частью вашей жизни? Готовы ли вы за эту философию пойти на какие-то жертвы, скажем мягко, на какие-то уступки? Готовы ли вы обменять за эти идеи философские что-то? Какая ваша культура, ритуалы ваших групп, традиции ваших групп? И как вы изображаете, понимаете свою историю? Кстати, по поводу Франции то же самое. Я вчера встречался с одним инженером, химиком, успешным очень. Он работает в Лурде, под Лурдом. Лурд для католиков – это одно из мест Мариофании, запущу умное слово, видений Святой Девы Марии, откровений. И он говорит, он такой тоже консервативный человек, он живет там с 96-го года, что…
Также существует эта унификация во французском обществе. И недавно в связи с Наполеоном дискутировали о том, и в основном интеллектуалы, в основном левого толка, пробивали мысль очень простую, что это очень плохой человек. А вообще он узаконил рабство в колониях. Он не принес Франции ничего, кроме самого кровавого, черного, колониального наследия. И сейчас во Франции, он говорит, что очень популярно в парках ставить памятники жертвам колониальных режимов. На этих памятниках примерно изображается то же самое. Страдающий унылый профиль, извините, консерватора, представителя, скажем, очень мягко, толерантно, культурно, не белой расы, профиль вот человека, страдающего. И вот эти памятники множатся по паркам, и вот, а думают о том, не снести ли памятники королям, Наполеону и так далее. Все это делают малые группы. И здесь возникает вопрос, хватит ли мужества, силы, таланта группам, которые созидают Европу, Америку, Украину, как-то противостоять этим разрушительным группам. Мне кажется, что если мы об этом тоже будем спорить сегодня, дискутировать, как это возможно, я ставлю практический вопрос. Где нужно видеть опасности? Каким образом нужно понимать, что пришло время риска? Позавчера, я закончу сейчас очень быстро, я встречался еще с одним, он из Германии приехал, дама такая из Трира. Она замужем за человеком, который опекает как юрист епископские школы Ахена, Трира. И она тоже рассказывала, что церковь в Германии заставили молчать. Вот одна из малых групп, ордена, церковь католическая. А вот эти все скандалы с педофилией, еще ряд скандалов. И церковь в Германии католическая, на которой держалось очень много в образовании, в культуре, в истории, начинает вести себя настолько осторожно и неприметно. В принципе, превращается в социальный сервис. И церковь не может заявить свой голос. Очень легко замолчать, заставить всех замолчать. Вот вопрос, который меня волнует. Как научиться говорить, как найти мужество? Спасибо большое. Мы начали. И я попробую сейчас подвести к чему-то. Значит, у нас есть полный консенсус, насколько я понимаю, в том, что сила и роль малых групп в истории определяющая со стороны Александра и Андрея. Второе. Александр говорит, давайте поговорим о продуктивности, эффективности малых групп, что, какие составляющие, чтобы создать такую группу. Андрей говорит, давайте добавим не только продуктивность и эффективность, но и философия, мотивы и мотивация. И зачем? И еще добавляет слово «риск», имея в виду, что есть малые группы созидающие, есть малые группы разрушающие. А риск – это… Можете прояснить вот этот нюанс, чтобы мы зафиксировали? А риск – это цена за четко очерченную позицию. Это нужно понимать. Это касается и церкви, и бизнеса. То есть я, защищая какие-то идеи, понимаю, что мои цитаты, высказывания растащат по социальным сетям и будут атаковать мою корпорацию, мой церковный приход, мою школу, мой университет. Вот что такое риск. Риск быть раздавленным напором социального вот этого бреда, ада, который устраивается в сетях. Хорошо. Давайте тогда постепенно логически будем развивать наш разговор. Давайте попробуем поговорить о каких-то примерах сильных, продуктивных группах в истории, которые на что-то повлияли. И, может быть, у которых была разная философия. Какие компоненты продуктивности и силы малой группы, из чего они состоят? И какие-то примеры разных философий таких групп? И как они повлияли на историю? Чем отличаются малые от больших групп? Я думаю, что это, конечно, не количественное определение. А в малых группах нам кажется, что это досадно мало для того, чтобы решить проблему. Знаете, такое чувство, что что-то не хватает. В этом смысле один из образцовых создателей, я думаю, самый образцовый, но это зависит от наших позиций. Мы с Андреем тут представляем христианскую ветвь цивилизации. Был Христос, который сделал одну из самых очаровательных малых групп рыбаков, 12 человек. И любое бы министерство образования сказало, что это слишком мало, чтобы трансформировать страну. То есть 3 года он занимался воспитанием 12 человек, которые ничего не поняли, но создали христианство. В последний день неправильно ответили на все вопросы, совершили все мыслимые и немыслимые ошибки. Одним словом, ни один метод кабинета Украины
Украины не засчитал бы это как успешную малую группу. И, конечно, все бы вздохнули и сказали, слишком мало. 12 маловато. Но через 70 лет в каждом населенном пункте Римской империи была малая группа, которая называлась христианская община. Через 70 лет, два поколения. Что это за эффективность малой группы, которая меняет мир, и человек 3 года формирует определенную практику воспитания 12 человек. Вот, то есть, если мы говорим о эффективных малых группах, для меня, простите, самый простой пример – это христианская община. И второй по поводу там, католической и так далее. Всегда, когда есть малая группа, есть люди, критики, которые говорят, что этого досадно мало, надо побыстрее масштабировать. Это люди, которые пекутся о больших группах, они все время быстро хотят масштабировать. Малая группа – это группа, которая понимает, что нельзя в этом спешить. Масштабировать – это хорошо, но мы должны понять природу масштабирования. Если мы будем масштабировать, просто ориентируясь на некие адекватные порядки, количество, мы ничего не достигнем. Мы должны говорить опять о качестве и продуктивности малой группы. Малая, она опять в совершенно качественном смысле. Досадно малая, чтобы изменить кризис в том обществе, в котором люди находятся. Ну, например, Римская империя рушилась, там какие-то порядки рушились. И всегда говорят, знаете, их там 10 человек, как мало. 5 человек, как мало. Но если вы посмотрите Отто Шармера, там теорию У и какие-то книжки по управлению, то он так немножко скандально предложил новые критерии. Вы хотите изменений? Нужно количество человек, помещающихся в автомобиль. Это 5 человек, и что-то получится. Только спросите себя о продуктивности этой малой группы. Ну, я бы так ответил. Пример хороший, но это я называю эксклюзивными примерами. Скажем, группа вокруг Мохаммеда, группа вокруг Будды, группа вокруг Христа. Здесь не обошлось без божественного вмешательства, а нам это трудно, потому что воплощение Бога совершается раз в истории, а группу хочется создать новую. Мы не можем гарантировать новую божественную ипостась, которая будет членом, скажем, или лидером какой-то группы. Мы имеем дело с людьми для людей, хотя это прекрасный пример. Мои примеры несколько другие. Малая группа, а есть большая группа. Большой группы не существует вообще. Потому что эта группа придумана малой группой. В голове малой группы всегда такие представления, как народ, популюс, демос, этнос, генус, генс, граждане, сообщество, страна. Это все вещи, придуманные малыми группами. И большие группы не мыслят, не действуют и не принимают решений вообще. Но малые группы, хитрые, деструктивные или активные, от имени большой группы, принимая решения, мысля, действия, меняя мир, говорят, это не мы, это народ. Народ захотел, народ возжелал, народ борется за свои права, за свободы. Поэтому задача проще. Существуют только малые группы. Больших групп не существует. И что такое малая группа? Это достаточно сплоченное, активное меньшинство, образованное, мыслящее, принимающее решение, которое может что-то изменить в лучшую или худшую сторону. И если мы будем рассматривать всю историю, мы увидим действия малых групп в ту или иную сторону. Это очень интересно исследовать. Я могу привести, если по примерам христианским, любой католический орден начинался как малая группа. Францисканцы, доминиканцы, иезуиты, пожалуйста. Хотите светские группы, салоны просвещенцев, ложи масонов или, например, группы гуманистов, которые просто читают Платона. Хотите более новые примеры, пожалуйста, символисты Санкт-Петербурга, Киева, группа Штефана Георге. Вот такой вот мистик-поэт выдающийся, который вокруг имени Платона создал целую группу, очень сильно влияющую на Германию. Или Лео Штраус, философ, опять же, основанный на Платоне, который в Америке создал группу консерваторов американских, тоже элиту.
Так что примеров их есть у нас, и мы можем предъявлять их очень много, но пока воздержусь. Очень интересно, будем дальше развивать. Значит, я хотел бы еще несколько штрихов и граней, чтобы вы добавили к продуктивности малой группы. Я понял, что это небольшое количество людей, сплоченных, объединенных и так далее. Но также я понял и понимаю, что для того, чтобы малая группа произвела определенное влияние на большие массы, она должна в первую очередь работать с идеями, смыслами, концепциями, некими такими невидимыми субстанциями, которые, например, для бизнесменов говорят, ну, это какая-то философия, не будем этим заниматься, время тратить. Но в этом и сила, наверное, человечества и малых групп. Поэтому какие еще черты малых групп, что такое продуктивная малая группа, и роль идей, концептов, философии как инструментария для малых групп. Есть ли это или нет? И правильно ли я понимаю, что именно в этом сила малых групп, если они вооружаются определенными идеями, а не просто там entertainment организовывают? Любая малая группа организуется по горизонтальному принципу. Это братство равных. Братство равных не отдает приказы, не издает директивы, не имеет подчиненных. Апостолы, рыцари круглого стола, любые братские ложи, хотя там есть иерархия, но это сообщество равных. В сообществе равных по горизонтали мы объединяемся и сотрудничаем, не исходя из прибыли, не из каких-то внешних результатов, а исходя из внутренней потребности и желания создать вот это братство, сестринство, равные по духу, по смыслу, по ощущениям жизни людей. Это Украине дается труднее всего, потому что это определенный талант, определенные дары удерживать общение и группу на протяжении длительного времени, не думая о прибыли. Это очень тяжело. И еще один завершающий момент, очень сложный для бизнесменов, об этом, кстати, Бен Шапиро пишет. Проблема корпораций в том, что они не идеологичны. Они легко уязвимы, когда на них начинают идеологические группы давить. И любая бизнес-группа организованная легко может отказаться от своих принципов, философии и ценностей под влиянием агрессивной среды. А тем самым она уже не будет малой группой. Вот здесь я и говорил о риске и мужестве. Потому что если группа, любое сообщество должно быть идейным, за идеи нужно платить. Ну, я так бы определил. То есть это сообщество равных, умеющих общаться по горизонтали, уважающих друг друга. Мне кажется, это важный фактор. Спасибо. Я сейчас свяжу с первой частью нашей беседы, когда задавали вопрос о секретах успешных сообществ. Вот Андрей сказал, и мы об этом говорили, еще раз подчеркну, чтобы у вас осталось, наверное, что создать действительно сильную группу, клуб, сообщество – это длинная воля, это системный процесс. На энтузиазме не получится, это система. Второе, Андрей также интересно сказал, что это и горизонтальная, и одновременно иерархическая структура. И в этом смысл, когда говорят, что мы вот все равные, и больше нам никого не надо, разваливается. Вот то, что мы говорили, горизонтальная, да, но есть менеджмент, есть лидеры и так далее, все-таки какая-то иерархия. Вот это всегда связка и баланс тонкий между горизонтом и иерархией. Александр, передаю дальше вам. Я хочу немножко добавить другое измерение. Мне кажется, что для меня ответа о продуктивной малой группе заключается в том, каковы истоки этой группы. Мне кажется, что мы можем очень по-разному начинать. Вот, например, то, что Бен Шапиро переживает о конце Америки и способе ее убить, это крайне актуально. Но мне кажется, есть еще более актуальный вопрос. Что делать, когда уже все убито, а мы еще не умерли? Вот это интересный вопрос, что делать после смерти. Мне кажется, что действительно есть два как бы нарратива. Людей в ужасе, стоящих перед тем, что они приближаются к некому концу, и это не миф, это некая реальность. И есть другая ситуация. Люди, которые не имеют причин думать, что они все еще сопротивляются перед надвигающейся катастрофой, они уже перешли.
То есть есть некий конец, есть некая логика конца. И тогда оказывается, что есть люди, которые потрясены тем, что они что-то начинают заново. На руинах, да, на руинах. Эта логика не связана с историческим буквализмом, фактичностью. В одной и той же культуре есть люди, которые беспокоятся о корнях. Например, разговор Хайдеггера, который думал об укоренении, и разговор Левинаса, выжившего в концлагере, который говорил, а что делать Гагарину, который уже лишен корней, вращается там в своем консервной банке и пытается быть человеком без корней. Да, вот обстоятельства те же самые, послевоенная Европа. Но один пытается продумать эту ситуацию, исходя из кризиса корней, которые вырываются, ломаются и уничтожаются, и второй, который видел этот конец. То, я сейчас вот в рамках нашего разговора не могу до конца понять, как я очутился в своей позиции, то есть я не могу дать биографический отчет, как я в ней оказался, но мне нравится думать о нашей ситуации в терминах реанимации. Ну, реанимации. Да, вот мы находимся в обстоятельствах, которые я не считаю шуточными. Ну, коронавирус, еще что-то. Да. То есть я думаю, что есть ситуации в истории культуры, когда ни один эксперт не знает, как быть дальше, не может дать совет, но должен действовать. Это ситуация, которая описана в Декамероне, например, и поэтому я люблю сюжет Декамерона и Данте, и мне приходилось здесь читать об этом лекцию. Но мне кажется, мы в той же самой точке. Мы можем, и важно, спрашивать себя, что делать, чтобы что-то не потерять, но очень важно одновременно спросить себя, что бы мы делали, если бы мы остались на руинах. Как бы мы начинали, с чего бы мы начинали. Это значит, что вот эти принципы начала, они не только после катастрофы, они и сейчас действуют. Просто мы должны к ним присмотреться. Вот откуда мы начинаем. И для меня продуктивная европейская, скажем, малая группа, это группа, которая начинается с традиции дружбы. Той традиции дружбы, которую начинает вербализовать, скажем, продумывать Аристотель, античные философы, и которая продолжается до 20 века. Для меня среда воспроизведения малой группы – дружба. Но дружба в классическом ее понимании. То есть, если мы, например, ошибемся с пониманием дружбы, мы не получим сильную, здоровую малую группу. Дружба – это не когда люди друг другу просто нравятся и подходят, и похожи друг на друга. Дружба – это что-то более интересное. Ну, например, дружба – это когда два человека могут подружиться друг о друге, мало зная, но вместе переживая какой-то опыт потрясения. И перед этим опытом им сказать нечего. Они только смотрят по сторонам, видят глаза друг друга и понимают, что они друзья, потому что они пережили вызов. И вот для меня очень важно, что сильные масштабные дружбы не рождаются на энтузиазме, просто на личных качествах, только на личных качествах, хотя все это, конечно, важно очень, но настоящие дружбы рождаются большими вторжениями, большими событиями, большими потрясениями, как катастрофическими, так и позитивными. Но мне, я бы был готов аргументировать то, что для европейской традиции дружбы порождающим импульсом является что-то, вторгающееся в нашу жизнь, перед чем взрослые люди останавливаются, смотрят друг на друга и возникает горизонтальная связь. То есть для меня в малой группе всегда важна горизонталь и вертикаль. Но горизонталь – это два человека, застигнутых масштабным, огромным вторжением. И масштаб и сила этой малой группы связаны с масштабом вызова, не с масштабом их личностных качеств. Мы все можем быть неплохие ребята, но бывают случаи, когда серьезное вторжение, и люди, которые казались очень слабыми, перед этим вторжением раскрываются как герои. И наоборот, великаны, которые, казалось, на них держится общество, куда-то вдруг растворяются и деваются. Вот мой тезис заключается в том, что если мы хотим понять истоки малопродуктивных малых групп, мы должны присмотреться к европейской, философской, религиозной, культурной традиции дружбы, понимания дружбы и философии. Дружбы. И присмотревшись к ней, мы можем увидеть первую важную для меня вещь, что сильные малые группы, которые умеют играть в долгую, жизнь которых не определяется просто личностными подбором качеств индивидуальных, это группы, которые мыслят себя собравшимися вокруг вторжения. У этого вторжения всегда есть лицо, имя и обычно лидер,
тот, кто представляет эту общину, это не носитель идеологии, это не носитель определенной концепции. Это человек, в глазах которого люди видят память о событии, которое их собрало. И для меня очень важно различие между событием и ценностями. Андрей начал разговор о том, что мы видим два типа групп, между которыми конфликты. Конфликты. И это реальность. И нужно ответить на вопрос, что нам делать. Мы видим конфликт, который можно описать как ценностный конфликт. Люди спорят о ценностях. Но у меня есть сильное подозрение, что когда люди спорят о ценностях, ценности крайне уязвимы. Дело не только в моем мужестве и принятии решения, а еще и в том, что это можно смыть, если нет ничего более важного, ценного, чем ценности. Мне кажется, что когда речь заходит о конфликте между ценностями, мы уже проиграли. Мы уже близки к тому, что, скорее всего, это все быстро закончится, и мы должны заново продумать, как рождаются ценности, из какого источника ценности рождаются, и где берет человек мужество следовать ценностям. Спасибо, я пытался следить. Вы интересно двигаетесь. Я думаю, сейчас мы можем уйти в очень серьезные, развернутые. Сейчас дойдем до... Да, смотрите, Александр, давайте попробую сейчас сделать такой у нас... Сейчас может дискуссия возникнуть. Один из ключевых ваших тезисов, что сильная, мощная группа рождается перед лицом вызова, который дает возможность пережить какой-то совместный опыт, сплотиться вокруг какой-то идеи, посмотреть в глаза друг другу. А это ваша позиция. Мне кажется, что есть и другая позиция, например, моя, что некоторые группы могут рождаться не перед лицом вызова, а перед лицом созидания чего-то. Да, создать какой-то мир, какой-то продукт. И это не менее вдохновляющая идея. И дальше, мне кажется, что человечество могло пойти на разных этапах разными путями, потому что двигались путем в основном реакции на какие-то вызовы, а не созидания по божественному вот этой формуле. Сначала я воображаю, созидаю идеальный мир, потом я его реализую. Андрей, ваша позиция интересна. Да, можно, давайте. Андрей, можно? У вас есть микрофон, да. Это прям тот редкий случай, когда я должен ответить. Для ясности, иначе может зайти в какой-то... Я могу быть просто неправильно понят. Я думаю, что мы здесь не спорим, это не две разные позиции, потому что для меня жить реакцией – это жить энергией конфликта, просто ей питаться. Я тоже против реактивности. Но когда я говорю о вызове, я не говорю о реакции. Когда у нас нет вызова, у нас рождаются конфликтные вещи. Для меня вызовом является, например, красота. Для меня вызовом являются вещи, перед которыми люди способны расплакаться. Они способны расплакаться, знаете, не только перед страданиями, но перед искусством, перед красотой жизни, перед вкусом жизни. И для меня дружба начинается в какой-то мере из разделенного чувства трогательного. Почему-то принято считать, что мужчины не плачут. Кто-то здесь даже на предыдущей части эту тему начинал. Что-то говорил про слезы. По-моему, этого человека сейчас нету, а может есть. Вы говорили, да? Как вы сказали? Я говорил о том, что нужно и уметь плакать. Мы пошли дальше с друзьями. Мы создали международный мужской клуб «Плаксы», членство которого заключается в том, что пока ты не расплакался и не довел до слез другого, не о чем говорить. Ни философии, ни идеи, ни концепции не работают. Потому что нам надо сформировать пространство общего потрясения. И эта потрясенность – это не только катастрофа, и не столько катастрофа, сколько вторжение, на которое мне хочется положительно отвечать, строить, создавать, рождать. То есть для меня вызовы тоже вызовы рознь. Мне кажется, малая группа рождается не как реакция на конфликт, а как момент созидания. Созидание в ответ.
Можете еще раз тогда несколькими тезисами, более простыми доступными словами перечислить, так в чем все-таки продуктивность и сила малой группы? Важно. Расплакаться – это серьезно. Это конечно. Начало, это не конец. Вначале расплакаться. Если нет слез, есть слезозаменители. Но от трепета не избежать. Трепет, это некая синхронизация на уровне внутреннего переживания, трепета, которое мы вместе разделяем. Да, я не уверен, что это психология. Здесь очень важно, что вы спрашивали о концепциях, концептах, идеях, которые группа разделяет. Это правда так. То есть, когда Иисус формировал свою малую группу, то примерно по такому же принципу. Да. Они на уровне внутреннего какого-то мира ощущали трепет, и это их объединило. Да, и потом они начинали вместе продумывать. Для меня концепции, идеи – это важный второй шаг. Первый шаг – это раненое сердце. И если остановиться только на раненом сердце, мы будем сентиментальны, слишком сентиментальны, никуда дальше не пойдем. Рождается малая группа в тот момент, когда сердце соединяется с умом. И человек начинает продумывать эту позицию и отвечать для себя на вопрос, а почему мне это дорого? Собираются три человека в кабинете, три бизнесмена, обсуждают между собой предложение и понимают, что это действительно красиво. Что стоит, несмотря на то, что интуиция до конца не продумана, но стоит собраться завтра и продумать, потому что удалось разделить трепет. Мы часто этот момент пропускаем, а потом спрашиваем себя, почему нельзя просто идеи разделить, собраться и обсудить кое-какие идеи. Мне кажется, что во всех малых группах работает вначале работает не идея, а то, что, может быть, идея – это правильное слово, но не концепт. Не понятие, не логическое мышление, а работает связка между потрясением и мыслью. И такая связка в истории есть, в истории мысли. Это называется метафора. Вот метафора – это такого рода инструмент, в котором концепция соединена с потрясенностью. Метафора не бывает не касающейся, не ранящей. Метафора только тогда работает, когда задевает. И поэтому мне кажется, что малые группы начинаются с соединения ума и сердца в конкретных языковых практиках. Александр, вот, например, я хочу сформировать малую группу по вашим критериям. Это как мне этих людей подбирать по этому трепету? Вот. Я спрашиваю, подождите, у нас разные малые группы, да? Я хочу вашего уровня малую группу. Давайте я расскажу, как у меня возникают малые группы там, где я не хочу. Это люди, которые собираются для того, чтобы рассказать о том, что для них трогательно, рассказать настоящие вещи. Я коротко скажу. Я над этим вопросом много думаю, пришел к такой почти шуточной концепции личной школы. Школа устроена так. Я рассказываю истории до тех пор, пока человек не говорит: «Господи, какая прекрасная история, но, к сожалению, это бывает только с вами». Когда он говорит, это значит, что он закончил первый класс. Их три всего. Во втором классе я продолжаю рассказывать истории, и он в какой-то момент говорит: «Ну, слушайте, вы правы, это не только с вами бывает, но и со мной, но только крайне редко». Когда человек это говорит, это значит, он второй класс прошел. И третий класс – это когда он слушает истории, рассказы и так далее, и в какой-то момент говорит: «Ну, вы опять правы, потому что действительно эти истории происходят со мной каждый день, когда я открываю глаза». Вот когда он это говорит и чувствует вкус жизни каждый день, дальше мне делать нечего. Я ему скажу: попробуйте поговорить с Сергеем Гайдачуком. Может быть, вам надо теперь в SEO-клаб. Я как бы абитура, понимаете? У меня три класса, это подготовительные классы. Мне кажется, что человек, который не открыл вот этой связки между умом и сердцем, он не может защищать ценности. Как минимум, и не может выстоять, он не может родить группу. То есть я думаю, что начинается с потрясения. Потрясение в ответ вызывает мышление, продумывание, концептуализацию. Концептуализация рождает рассказ, рассказ рождает практическое действие, и с этим действием мы заходим в мир. Если очень кратко, простите. Спасибо. Я вообще ничего говорить пока не буду. Андрей, как вы, согласны, не согласны, какая ваша формула сильной малой группы? Какими параметрами она обладает? Как ее создать простым смертным? Чтобы изменить мир, конечно же. Если бы я развивал тему, о которой говорит Александр, я добавил бы, что людей, которые могут дружить по такому принципу, людей, которых не разделяют ценности, а соединяют что-то другое, сейчас уже нет.
Это люди основаны на каких-то сословиях, которые вместе рождаются, ходят на охоту, играют в гольф, вместе сражаются где-то на Ватерлоо или где-то в Аустерлице, где-то заседают в общих клубах, они знают друг друга с полуслова, и то, что их объединяет, не проговаривается. То есть здесь как бы и так все понятно. Потому что мы живем 600-700 лет нашей традиции, и все хорошо. А мы находимся в другой ситуации смерти таких людей. Их нет. А есть еще осколки где-то в каких-то Франциях, Британиях, чуть-чуть в Америке. Нет этих людей. Качество людей другое. То есть человеческий материал мы с вами. Мы с вами очень плохо. Это первый тезис. Мы плохой бракованный материал. Это данность, из которой нужно исходить. Тех людей больше нет. Это первый тезис. Соответственно, мой второй тезис боевой. Я считаю, что любое малое сообщество объединяется вначале через разделение против каких-то сил, идей, ценностей, групп. Потому что это принцип определенности. Если ты занимаешь определенную позицию, она четко определена, она имеет границы, значит, ты отграничиваешь свою группу от того, что не твоя группа. Это очень важный принцип. Иначе мы попадем в пространство неопределенности и неразличимости. А здесь нельзя создать сообщество, если мы не знаем границ. И мы создаем третий шаг. Мы создаем эту группу, потому что мы ощущаем некий вакуум. Мы понимаем, что нам придется, извините опять за боевой вот этот принцип, нам придется за что-то сражаться. Нам придется что-то создавать, борясь. И так созданы любые сказки и мифы. Здесь я вот дальше соединяюсь с Александром. В любой сказке, мифе и легенде есть драматургия. Там, где есть добрые силы, там есть силы зла. И любая группа эту драматургию учитывает. Мы должны знать, как выглядит современное зло. Мы можем увлечься борьбой со злом и сами стать силой зла. Это переход, грань, которую многие группы переходили. Это другой вопрос. Но мы четко понимаем, что наша позиция – это сражение. Мы понимаем, что силы зла – силы разложения, деструкции, безликости, деградации каких-то ценностей, мы должны поднять это знамя. Так создавались францисканцы, доминиканцы, так создавались многие другие группы, гуманисты, о которых я говорил. Что-то поднять, восстановить, какие-то идеалы. И тут я завершаю вот этот момент. И здесь я не согласен с Александром. Мне кажется, идеи здесь необходимы, потому что, исходя из того, что мы плохой материал антропологический, нас должно объединять что-то большее, чем мы. Мы должны где-то катапультироваться, мы где-то должны видеть свое единство поверх наших тел, биографий, личных дел и так далее. Это называется идеи и ценности. Можем мы им служить, можем мы их воплощать, тогда мы хорошая группа. А если мы просто дружим или просто собираемся, это уже не малая группа. Ищи там выгоды или какие-то прибыли, или какие-то другие вещи. А это сегодня мы не осознаем. То есть это все конфликтно, еще раз говорю. И последняя дружба все-таки это терпение к несогласию. Современный мир – это отождествление и неумение выдержать несогласного друга. От слова «другой». Неумение дружить с другим. Не умея дружить с другим, мы всегда ищем налипание. Это я сказал, это не дружба, а налипание мокрого снега, как ком снежный. Вот. Мне, я так думаю тоже, отлично, я так думаю, мне резонирует. И вдруг человек говорит что-то другое, и вокруг него вакуум. Ах, вот ты какой. И так далее. Вот это умение, да. Я считаю, без этого группа необходима. Возможно, будут вопросы и какие-то заявления. Пожалуйста, поучаствуйте.
Я согласен, что нужна вертикаль, именно потому что материал плохой, нужно что-то высокое, соединяющее. Я согласен, что это может быть слово «идея» прямо в платоновском смысле, скажем, в греческом. Я хотел только подчеркнуть, это идея, не просто идея, как мы привыкли. Современные люди часто с идеями связывают просто какие-то, ну, ментальные конструкции. Да? Идея – это гораздо серьезнее. Идея, очень важно, что она привлекательная идея. Она манит, у нее есть харизма, она притягивает. Да, идея притягательна. И она больше, чем мы, больше наших биографий и тогда привычек, обусловленности сословием. И поэтому нужно что-то большее. При условии, что нету сословий, нету традиций. Для меня всегда очень интересен вопрос. Я когда слушаю лекции Андрея, у меня прямо я подпрыгиваю на стуле всегда, потому что получается так, что все хуже, 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 хуже. Ну, камон, уже так плохо, что надо пора думать, как начинать. Вот, и у него всегда лекции на интересном месте заканчиваются. Вот про Литы, вот в этом зале было, что он говорит, если Андрей, просто подтверди, если ты продолжаешь поддерживать эту позицию, да, что ты говоришь, что я не знаю, каким образом возможно зарождение заново элит в том смысле. То есть понятно, что они нам необходимы, без них мы просто погибнем. Но я, искренне говоря, не знаю, как они начинаются. Вот для меня это первый вопрос. Я им не заканчиваю, я им начинаю. Для меня очень важно понять, как люди склеиваются не вокруг биографии, не вокруг своих идентичностей, не вокруг своих интересов, а как они открывают, что в их жизни есть онтология. Как они открывают, что есть идеи. Как они открывают притягательность этих вещей. Вот и пример, который мне бесконечно дорог. В этой Христовой школе мы знаем один пример, как он собирал учеников. Есть же и все задокументировано. Один из учеников, который еще не понял, что он ученик, он просто ходил и встретил кое-кого. Его это потрясает. И он совершенно потрясенный. Куда идет? Он идет к другу. Его звали Филипп, и он идет к другу Нафанаилу. Приходит к нему и как друг другу говорит: «Слушай, я его встретил». Я не, он, это только друг другу может сказать. Представьте, какая смелость сказать, что ты встретил учителя, пророка. Боже ты мой, ты же это не для прессы говоришь. Он потрясен, я встретил. Что отвечает друг? Они настоящие друзья, потому что это разговор настоящих друзей. Нафанаил говорит: «Разве может быть что-то доброго из Назарета?» Вот смотрите, когда к нам приходит потрясенный друг и говорит: «Слушай, был недавно, я не знаю, там, в Мерефе, и встретил величайшего мыслителя 21 века». Скорее всего, мы заподозрим, что что-то не то. Но мы, как вежливые люди, улыбнемся и промолчим, чтобы толерантно не расстраивать человека. Что делает настоящий друг? То, что только что Андрей произнес, нетолерантность к иному, а еще сильней. Он имеет смелость сказать другу, как другу: «Слушай, а что может быть доброго в Назарете?» Потому что у каждого из нас в сердце есть свой Назарет. У кого-то это Луганск и Донецк, у кого-то Москва, у кого-то Киев, у кого-то Крым, у кого-то Париж, Вашингтон. Бог знает что, мы все разные, и у всех есть свой Назарет, в котором ничего хорошего. Вот просто ничего. Но другу я могу сказать: «А что там, разве может быть что-то доброго из Назарета?» И Филипп опять гениально отвечает, не потому что они гении, а потому что они настоящие друзья. Филипп ему говорит: «Что бы мы делали в этой ситуации? Вы представьте себя, вы приходите с самыми дорогими потрясениями, рассказываете другу, а он слушает, говорит: еще раз, откуда он, твой мессия?» И мы бы начали, как сказать, приводить аргументы, рассказывать еще лучше, какой-то прекрасный человек. Что делает Филипп, как настоящий друг? Он говорит: «Пойди и посмотри». И вот эта фраза «пойди и посмотри, иди и смотри» – для меня это формула порождающей созидательной дружбы. «Пойди и проверь». Если с тобой случится, в нашей дружбе появится глубина. Не случится – ну что ж, это вопрос свободы. Нафанаил пошел, с ним случилось, совсем не такая история, как с Филиппом, совсем не такая. И он так далеко похож, пошел, что обошел весь мир так, что похоронен в Баку. Да, это далековато от того места, где он пошел проверить, кому его отправляет друг. Да? Вот для меня это и есть краткая концентрированная формула продуктивной дружбы, где никто никого не уговаривает, не заставляет, не убеждает разделить ценности, а разделяет потрясения, и когда они пережили, появляются, рождаются ценности
идеи, концепции, философия, богословие, культурные практики, соборы, SEO-клуб. Все это рождается, потому что были люди, которые на высоте дружбы воспринимали то, что их потрясает. И для меня это вопрос о рождении. Не о том, как умирает, а о том, как рождается. Я согласен абсолютно с тем, что потом этой группе придется себя держать. Но когда они будут себя держать, когда они будут противостоять, определяться и так далее, объединять их будет память о потрясении. И ваш вопрос Андрею, вы начали с такой претензии небольшой. Нет, это не претензия. Для меня вопрос к Андрею, вопрос ко мне и вопрос к нам. Как мы мыслим себе не смерть сословий, культур, разложение элит? Это совершенно правильно. И я очень благодарен за этот анализ. Для меня вопрос настоящий, а что дальше? Ну вот, если мы переживаем этот кризис, как мы начинаем? Потому что мы в пространстве SEO-клуба. Почему мы здесь, а не в другом месте? Потому что здесь происходит странный опыт зарождения. Мне очень нравится рассказ Сергея. Вот если можете, расскажите. Вы мне при первой встрече рассказали, как вы в Америку ездили на какое-то собрание, ища признание, и что вас не принимали, потому что не бывает таких клубов, которые самозарождаются где-то в другой стране, непонятно где. В Назарете. Да? И что в какой-то момент наступает точка признания и принятия SEO-клуба украинского, я не знаю этих слов, но признание и принятие в какое-то сообщество клубов. Да? Вот точка этого перелома, мне кажется, для нас крайне ценная, потому что вот все, что я уяснил из книги «The Club», из разговора с Сергеем и с теми ребятами, которые меня встречали, что мы присутствуем в точке самозарождения, которую уже интересно продумывать. А что, собственно, случилось? Почему? Там, где не было традиций, сословий, элит, происходят какие-то процессы, которыми мы вместе любуемся. А что происходит? Что происходит? Неужели просто собрались симпатичные люди? Нет. Неужели собрались люди только с общим бизнес-профилем? Нет. Возникает разговор о критериях, о сложностях, как подбирать, на чем это основано. И вот этот разговор, для меня вопрос к Андрею, к Сергею, на самом деле ко всем собравшимся. Мы все стоим перед нуждой в возрождении этих вещей. Мы должны понять, как возрождаются элиты, реанимируются. И это мой вопрос. Я думаю, что SEO Club сейчас развивается вокруг некой экзистенциональной тоски. Ситуация такая, что вот в некой, условно, очередной раз в новой стране Украина родились какие-то предприниматели, которым не повезло получить осколки бывшей Советской империи, пришлось пахать и создавать свой бизнес с нуля. Придумывать идею, организовывать, учиться, развиваться. Вот некий новый класс предпринимателей, которые не получили, а создавали. И вот они созидали, создавали, и вот им там в среднем 45-60 лет. То есть они не олигархи, они вот создавали с нуля. И вот они приходят к точке, когда у них уже есть какие-то ресурсы, возможности, статусы, и нет мотивации особой. Ну окей, ну есть деньги, ну статус, ну как-то вот это. И внутри начинает пробивать вот эта экзистенциональная тоска. А зачем я живу? А где я? А что дальше? А что я после себя оставлю? И вот они начинают встречаться, у них трепет появляется друг с другом. Вот они сидят, проговаривают и понимают, что трепет есть, синхронизация. Они похожи. Приходит понимание, слушай, ну, а может быть мы помечтаем, а может мы попробуем сделать что-то большее, да? Помечтаем о том, чтобы попробовать на этой территории родить нечто. И вот где-то вот так вот происходит в SEO-клабе сейчас. Я уже, Андрей, передаю вам. Ну, сказал бы только кратко, опять же, из этой точки, о которой вы говорите. Действительно, эта точка, скажем, это какое-то, когда мы идем, мы приходим к какой-то развилке пути. Мы понимаем, да, прежних людей нет, тех элит нет, это исчезло, это умерло, это ушло на задний план. И есть два варианта. Плакать в плохом значении слова, не в вашем, Александр, не в твоем. Плакать, сокрушаться и постоянно жить, посыпая голову пеплом.
Ну, конечно, мы же Украина, а не Германия и Франция. Но мы же в Киеве и в Харькове, а не в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Это там, вот, Париж, это Лондон, это Нью-Йорк, там люди, там боги. Мы тут, да. Это один момент. Но эта позиция, она уязвима, потому что мы, играя в такую игру, в принципе, себя очень быстро доразрушим. Это позиция раба, это рабская позиция. Есть другая позиция. Ну хорошо, конечно, я не воспитан в Оксфордском дискуссионном клубе, не закончил Оксфорд, и у меня нету папы лорда. У меня там нету, там, не знаю, какой-то гимназии немецкой и так далее. Но, в принципе, там, где разорвалась связь, ты можешь попытаться ее связать и попытаться сыграть эту роль. Понимая, что ты, конечно, не в Лондоне, не в Нью-Йорке, не в Париже, но, в принципе, и Киев неплохой город. И Харьков прекрасно. Это раз. О, приходит. Киев хороший город. Во-вторых, потом начинаешь сравнивать Киев с другими городами и говоришь себе, я через городскую тему. Да послушайте, ну ладно, ну мэры такие, там это. Но Киев прекрасный город, потенциал, ландшафт. А нету равного Киеву, в принципе, в Европе города. Ну нету. Берлин плоский и какой-то такой модернистский, туповатый. Париж заезженный, это такой старый музей, дом престарелых. А Лондон, да ну его, пусть на, ваши дети едут, наши дети туда учатся, все. Но опять же, там не станешь своим. А любой европейский город проигрывает Киеву. Потому что это магия ландшафтов. Лавра, монастыри, подол, возможности. И возникает следующий вопрос. А почему не пойти дальше? В этом Киеве не создать то, что может, не то чтобы конкурировать, не дай бог, мы не хотим конкурировать, но чтобы мы почувствовали достоинство. Мы почувствовали, что мы можем создавать что-то подобное, может быть, чуть слабее, может быть, чуть сильнее. И вы знаете, это получается, например, в моей сфере получается. Когда люди начинают писать, когда люди начинают в них удивление вызвать. А удивление наоборот. В Назарете не может быть ничего подобного. Смотрите, в Назарете что-то есть. И Назарет – неплохой город. Вот важно удивить, важно показать. Это без задней мысли доказать что-то, конкурировать. Но просто сказать, вот мы можем пойти по этому пути. И в пути, в путешествии возникает уверенность. Вот и все. Спасибо. Вчера я общался вечером с одним близким человеком и поделился историей. Вот 4 года назад у меня дрожали коленки, но видишь цель, видишь препятствия. Захотелось, чтобы SEO Club получил глобальные возможности. Мы нашли SEO Club International, клуб, который 40 лет ему основан в Америке, много филиалов по миру. Я к ним обратился с дрожащим голосом, говорю, мы тут в Украине, SEO Club, может вы нас возьмете? Они говорят, да, наверное, нет, ну, мы тут как бы американцы, по нашим стандартам все сдается, наверное, нет. Говорю, ну позовите хоть там, дайте мне 5 минут, я расскажу. Короче, я поехал, как-то им там рассказал, главам других клубов с разных стран мира в Мадриде, и они решили нас взять, ну понятно, за деньги и так далее, взяли. И где-то у нас 2 года был брачный период, это когда мы ездили к ним, в их клубы, они к нам, и в итоге получилась интересная, странная картина, когда у нас здесь побывали многие делегации, и они там публично нам сказали, слушайте, ну теперь, наверное, SEO Club будет лучшим клубом в нашей глобальной этой сети. Получилось так, что они придумали некую классную модель в Америке давно и вот по этим стандартам ее масштабировали. А у нас не было модели, опыта и знаний. Приходилось придумать концепт постоянного изобретательства. И вот мы изобрели нечто с точки зрения построения внутри, что круче многих других. И вот второй пример. Вчера мы готовили проект полгода. Мы собрали глав и основателей разных глобальных клубов.
это уже не только SEO Club International, Киев, мы с Украины, и говорим: ребята, у нас есть классная модель, мы будем, предлагаем вам создать President's Club, глобальный клуб, который будет объединять глав и основателей клубов. Я о чем? Я о том, что вчера, когда я с ними 3 часа беседовал, я уже чувствовал себя вообще по-другому, я уже чувствовал, что мы имеем идеи, смыслы, концепции, и нам есть чему учить всех остальных. Поэтому я согласен, все в голове, мы не верим в себя, наверное. И то, как Андрей смотрит на Киев, я не так, конечно, вижу, но главное не то, каким есть, а как мы это видим. Да? Все-таки Украина в той точке, в которой она есть. Как нам, используя на вот эту энергию малых групп, которые начинают зарождаться по всей стране, есть эта энергия к объединению, есть запрос. Что с этим сделать, чтобы все-таки попробовать страну куда-то двинуть в следующих 10 лет? Вот. Как вы видите, как посодействовать через малые группы созданию этой социальной инфраструктуры, большого количества малых групп, создание некого видения, ради которого нам хочется просыпаться и родить эту страну, помочь ей родиться, ускориться. В Украине все понимают, что непонятно, куда идти, и все говорят многие годы, в основном политики и также бизнесмены, но мне кажется, что единственные, кто могли бы помочь, это интеллектуалы, которых мало, и большая часть из них сейчас на сцене. Интересно, как вы это видите? Первый момент. Я очень благодарен именно за первую историю с International Club и с принятием. Для меня эта история очень близка. У меня есть какой-то достаточно большой опыт христианских движений и того, как они рождаются. Всегда происходит одна и та же песня. Вот так вот самозарождаются сильные вещи. И главное – избежать опасности, с которой столкнулся целый International Business Club. Опасностью внешнего масштабирования. Потому что нужно сохранить эту тайну самозарождения. Нужно лучше понять, как случилось, что родился такой прецедент, и не допустить ошибки американского, рожденного в Америке интернационального клуба. Это очень поучительный пример. И это прямо грамматика малых групп. Очень важная грамматика, которую надо усвоить, не понять, как рождается эта самобытность. Мне кажется, мой ответ в том, что мы ходим по очень скользкой дорожке, когда связываем это только с концептуализацией и интеллектуальным усилием, и интеллектуальным дерзновением. Я призываю всегда к одному – прислушаться к тому, что наше сердце умное. У него есть невероятный потенциал. Сердце откликается на сильные вещи. Нельзя останавливаться на сердце. Я против сентиментальности. Но начало сильного движения – это всегда моя личная взволнованность по поводу того, что приводит меня в движение. Как только мы начинаем с формулы, а не с взволнованности, мы передаем идеи, концепции, риторику, идеологию, все, что хотим. Передали полный пакет, кроме одного человека, у которого взволновано сердце. Мне кажется, что то, чему мы должны научиться у классической философии, это присмотреться к этой дружбе между сердцем и умом, которая всегда проходила, уж по крайней мере в европейской цивилизации, это была тема умного сердца. Сердце нам дано, и какими бы мы ни были кризисными, почти неживыми, но мы живые, оно бьется. У нас есть как бы восполнимый ресурс. Это сердце, даже самое окаменелое, оно перед какими-то вещами оживает. И вот этот трепет сердца – это начало. То есть вся Украина проснется от того, что у отдельных людей в малых группах сердце начинает двигаться. И важно заметить, в ответ на что. И вот эта точка – это точка рождения. И просто не бывает сердца настолько мертвого, что оно уже больше не начинает. Оно начинает, но оно начинает не изнутри, оно начинает в ответ на красоту. Мне кажется, это очень важный принцип, который я люблю развивать в области педагогики и образования. Для меня об этом труднее говорить с лидерами, зрелыми, взрослыми людьми, но мне кажется, это универсальная точка. Мы живем всегда в мире, в котором трепет сердца самовоспроизводится. Слава Богу, не все зависит только от нас.
Мы одарены сердцем, мы одарены красотой, которая возобновляемый ресурс. Этот мир по-прежнему прекрасный. Слава Богу, рождаются дети, которые сделаны не нами, и хорошим мастером, и поэтому прекрасны. Слава Богу, что есть котята, попугайчики и всякие другие вещи, вызывающие в нас хотя бы улыбку. И вот это все та точка, с которой мы должны начинать. Мы не должны начинать с больших концептуализаций. Мы должны к ним прийти вместе, разделяя дружбу с теми людьми, с которыми мы хотим провести это путешествие. Я вообще думаю, что мы в начале пути, когда формируется действительно сообщество друзей, которым в жизни интересно только одно – быть счастливыми вместе. Я думаю, мы на этом свете заняты только одним – подбором компании людей, с которыми нам предстоит коротать вечность. И поэтому это такая очень вдохновляющая задача жизни. Вот. Давайте очень красиво, очень правильно. Давайте туда еще слово «Украина» бросим. Бросаем. Слово «Украина» бросаем. Украина – это фронтир. Само слово «Украина» – это то, что делает нас слабыми, тоже и делает нас сильными. Это ровно одно и то же. Способность стоять на краю и видеть, как жизнь начинается. В 2004 году я уехал из Кембриджского университета. Вот сейчас не время исповедоваться, тут слишком много лампочек. Но момент очень простой. Я не мог понять в 2004 год, университет Кембриджский или Украина? Университет или Украина? Я точно знаю, что было последней каплей. Не первой, но последней. Я увидел травинку, пробивающуюся сквозь асфальт. Я понял, что я этого в Англии не увижу. Там слишком хороший асфальт. Мне очень нравится смотреть, как травинки, маленькой, никчемной травинки, удается ломать асфальт. Я до сих пор не понимаю. У меня куча друзей-ботаников в прямом смысле и в переносном. Но вот эти, те, которые в прямом, они не могут объяснить, что эта травинка там делает. Как возможно, что вот такое зернышко горчицы пробивается кустом. Ну как? Как это возможно? И где это можно видеть? В Украине, в Англии невозможно. То есть я понял, что в Англии буду продолжать большую традицию, хорошо или плохо. Но мне нравится смотреть, как все начинается. И Украина с этой точки зрения, без всякой иронии, это сейчас очень привлекательное место. Потому что мы можем не только видеть, как все начинается, сквозь катастрофы, руины, асфальты, слава Богу, что неплохие. Мы видим, как начинается жизнь. И наша ответственность в том, чтобы этой жизни служить, чтобы дать ей прорасти. Может быть, мы не увидим этого сада, потому что он растет долго. Но мое дело сделать так, чтобы все эти пробившиеся травинки торжествовали, чтобы были люди, которые празднуют жизнь начинающуюся. Я думаю, что если это начать делать, история показывает, что эти кусты растут достаточно быстро. Не успеем крикнуть «мама», как вырастет ни один SEO-клуб. Самое красивое в травинках, что их придумали не мы. Вот это очень важный принцип. Андрей говорил, что вот события Христа где-то было, и все, и кончилось 2000 лет назад. Я не согласен. Я считаю, что вот это сеяние, оно продолжается. Есть вещи, которые возобновляются, но мы не обращаем внимания. Нам кажется, что все, мы начинаем. Начинаем не мы, но мы начинаем служить. Мы действительно располагаем эти травинки в пространстве архитектурном. Мы действительно приглашаем художников, архитекторов, бизнесменов разбивать сад. И это действительно есть, это настоящее искусство, к которому мы призваны. Но мне кажется, что мы сразу проиграем, как только начнем думать, что мы эти зернышки изобретаем. Мы их не изобретаем, слава Богу. Мы служим тому, чтобы эти зернышки прорастали во всей своей красоте, плодоносили и расцветали. Вот Украина в этом смысле может расцветать как сад, не быть запущенной территорией с бурьяном, а действительно превратиться в этот сад. И в этом наше огромное служение. Понять, чему мы служим, и заниматься этой работой садовников. Я должен рассказать немножко ироническую ситуацию. Я родился в Кисловодске. Я приехал в Украину в университет Харьковский, потому что там прекрасная физика мирового уровня до сих пор. Это школа Ландау. То есть о том, что я гражданин Украины, я узнал слишком поздно, потому что мой советский паспорт больше не работал.
постепенно я открывал, что я украинец. И, конечно, это не место, где я должен об этом сейчас говорить долго, но я скажу кратко. Я уверен, что вот эта трансформация... А, и юмористический момент. В Киеве живет великий русский философ Анатолий Валерьянович Ахутин. Вот прямо сейчас живет. И когда у меня был день рождения, он меня поздравлял, он сказал вещь, которая меня совершенно растрогала. Он мне сказал, что я помню, как ты меня встречал в Киеве, обнимал и улыбался, и для меня это было улыбкой Украины. Он говорит, я знаю, что Украина меня встречала твоей улыбкой и твоим объятием. Я когда услышал, думаю, дожили. Дожили. Нужно встретиться двум вот этим понаехавшим, но по разным причинам, да, чтобы один другого встречал с объятиями Украины. Я потом несколько дней об этом думал, что вообще-то он прав. Что Украина нас встречает не потому, что ты там по идентичности правильный украинец и перечисленные признаки. Украина – это место, где я стою перед жизнью, встречаю эту жизнь, и если мне повезет, я способен служить той жизни, которая здесь рождается. Я сейчас не должен спешить с именованиями. Действительно, не должен спешить с попыткой определить, какая у меня визия, что из этого вырастет. Я не знаю. Передо мной, когда маленькая травочка, я не знаю, это баобаб или все-таки, хотел сказать конопля, горчица. Да? Я не знаю, какая метафора лучше. Я не знаю. Но я хотел бы быть человеком, который отпразднует то, что ей удалось. Пробиться. Я думаю, мы поколение людей, празднующих травинки. И Украина – это такая вот, такая земля, которая обязательно справится, и сад появится.